И я вновь вспоминаю официозную критикессу, написавшую 30 лет назад. По какой-то иронии судьбы пение Бригвадзе считают эталоном исполнения романса. Да не по иронии судьбы, а по истинному праву ее исполнение есть эталон, что Наня Бригвадзе и подтверждает не одно десятилетие, что и признает слушатель. И на финал я приберегла еще один интереснейший современный романс на стихи Григория Поженяна, композитора Сапрыкина «Семь летящих коней». Семь ракочущих звуков гортанных, семь взбесевшихся струн сладкой болью звенят. Разбудитесь, зажгите вы, зарвите гитару. Я боюсь. Ни кнута не боюсь и не муки. Все достойно приму, никого не виня. Лишь бы рядом легли наши темные руки. Я боюсь. Чтобы рядом легли наши темные руки, я боюсь, он не любит. Деревянный петух никого не разбудит. Пусть уводят сестру, пусть угонят коня. Тех ночей не боюсь я, которых не будет. Я боюсь, он не любит меня. Тихо ночей не боюсь я, которых.